Доброе утро! Чтобы увидеться с друзьями, находясь на самоизоляции, не обязательно выходить из дома. Для этого существуют онлайн-игры, подборку которых мы для вас подготовили. Поехали! Первая игра в нашем списке про вечную битву на разнообразных аренах за звание того, кто был, есть и будет лучшим воином на свете. Brawlhalla является 2D-платформером-файтингом, в котором лучшие бойцы в истории сражаются друг с другом в вечном турнире ради битвы. Игра включает в себя бой на 4 человека, командные игры и опцию локального мультиплеера. В играх жанра моба герои прокачивают способности и копят золото на артефакты, чтобы когда-нибудь в будущем подраться. В Battle Riot ничего этого нет. Герои просто выходят друг против друга и дерутся. Чтобы победить, нужно разумно использовать умения, держать дистанцию и передвигаться по площадке. С друзьями можно выйти в поединок двое на двое или трое на трое, выбрав при этом одного из 28 героев. Магика. Веселый экшен-адвенчур, созданный для кооперативной игры. Герой в роли одного из волшебников в компании своих друзей до 4 игроков должен проходить всевозможные уровни, чтобы остановить темное зло. Игра поражает огромным количеством всевозможных магических комбинаций, а также абсурдных ситуаций, возникающих по мере ее прохождения. Градус абсурда повышается еще и потому, что дружеский огонь здесь всегда включен, и каким-нибудь особо массовым заклинанием можно случайно поджарить своих товарищей. Такие ошибки будут возникать у вас часто. Более того, игра их ожидает и требует от вас. В мире Архейдж найдется место всем. Уже 6 с небольшим лет в России работает эта фэнтези-песочница в жанре MMORPG. Здесь есть почти все, что может пожелать поклонник онлайн-жанра. Две основных фракции, у каждой из которых своя сюжетная линия, целый отдельный континент для сражений гильдий за территорию и осад замков, подземелья, добыча редкой экипировки и промышленная система, в которой можно быть добытчиком, фермером, ремесленником или торговцем, перевозящим грузы на корабле. Ну, или пиратом, который этих торговцев грабит. Редактор создания персонажа позволяет создать любое лицо, от самого фантастического и до своего автопортрета. Также радует возможности развития созданного героя, ведь в игре доступны 120 боевых классов. Кстати, игры еще и развивают внимание, моторику и стратегическое мышление. Оставайтесь дома и наслаждайтесь геймплеем. Доброго вам утра и победных матчей!